Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и я сегодня решил немножечко поиграть в Warface. Да, Warface, что-то мне вот захотелось немножечко поиграть, ребят. Слышал я просто еще краем уха о том, что в Warface готовится вроде бы большое обновление по звукам. Сейчас все жалуются, я сам поиграл немножко за кадром, ребят. И да, действительно, в звуке Warface куда-то пропадают. Звуки стрельбы, звуки шагов, их, можно сказать, в игре нету. Вот, и вроде как бы... Скоро должны это поправить. Готовится патч, который добавит звуки, и наконец-таки будет это слышно. Я решил немножечко вернуться. Ну, немножечко просто хочу поиграть во что-то такое. Охота что-то побегать, что-то пострелять. Вот, у меня такой вот мужичок остался. Да, с Иви бегаю. Вот Гарибальди выбил, помню, когда-то был этот ивент. Вот, задротил немножечко, выбил Гарибальди. Правда, это уже не имба, ребят, это все уже прошлый век. Хотя недавно этот Гарибальди был имбой. Вот, у инженера, что у меня? У инженера все говно. Короче говоря, бегаю вот с таким вот набором, ребят. Да. Такие вот пироги. Поиграем сегодня не в рейтинговые матчи. Хочу, наверное, серийку, так сказать, записать именно в командном бою. Хочу, знаете, разминочку. Давно не играл. Я за кадром, конечно, зашел, поиграл немножечко, но хочу в своем родном ангаре, ребят, поиграть. Для многих ангар он родной. Для меня тоже. Вот, так что хочу немножко здесь размять свои клешни. Так, ну что, ребята, первая каточка. Уже кого-то пытаются кикнуть. Только каточка началась, уже кого-то кикают. Какой-то ты нуб, уже кого-то кикает. Он настолько про, что он уже знает, кто плохо играет. Вот. Вот эту вот хренью, кстати, мне мешает. Сверху отвлекает, вот эта полосочка, она отвлекает. В игре все так же продолжается, если кто-то не играл там давно, кто-то хочет, может быть, попробовать и так далее, и так далее. В игре все продолжается проблема с тем, что... есть имба-пушки, конечно же. Есть имба-пушки, есть не имба-пушки. Вот. Ой, как хорошо, я там двоих... Вот, вот эта хрень, эта плашка вообще мешает. Но у нас дурачок какой-то решил что-то тут голосование какое-то устроить. И она отвлекает, она мешает. Это плашечка. Не понял. У нее там за броня такая была. Туда не пойдем, ребят. Будем играть аккуратненько. Ну как, я чисто пришел пострелять. Да, и никого не убивать. Угу. Давайте прокинем гранату туда. С FPS какая-то странность происходит. Вроде 120 должно быть FPS, но почему-то у меня немножечко он падает. До 110. Не знаю. Ну, это игра, ребят, века просто. Понимаете? Подоход, знаете, во что-то в такое вот поиграть. А во что не знаешь. Нормально кинул дым. Красавчик. Вот, не знаешь, во что поиграть, во что-то бы хотелось бы. Откуда? Не понял. Звуков вообще не слышно. Ни передвижения, ни звуков стрельбы вражеской. Я вообще ничего не слышу. Осторожно, граната! Граната! Я ничего не слышу. Просто играем чисто на реакцию, на самом деле. Это, конечно, в плане игра супер, ребят. Если вы хотите играть чисто на реакцию, вам Warface. Вам нужно идти в Warface. Чисто играть на реакцию.
на знание карты, ребят, на знание всяких сиделок-подсиделок. Вот. И так играете. Зачем сюда полез, не знаю. Пушка вот эта, которая у меня Иви, гнет. Представляете, вроде это не донатная пушка, это обычная, за варбаксы. Но она гнет все равно. Модули у меня там что-то стоят какие-то говняные. Блин, уперся, ребят, мышкой в стену. В стену уперся и не довел. Слишком сенса крутая у меня. Слишком крутая сенса, слишком крутой. О, кого-то убил, хорошо. Кто-то спросит, пойдешь ли в рейтинговые. Возможно, ребят. Возможно, ну не сегодня, ребят. Сегодня чисто так, командный бой поиграть. Парочку каточек. Хочу немножечко вообще вспомнить, что такое Warface. Да. Как тебя здесь гнут. Как тебя здесь унижают, оскорбляют. Граната пошла! Донатеры. Одна из тех немногих игр. Откуда вы там все беретесь? Откуда сверху там бегают? Граната! Граната! Откуда-то они там все сверху бегают? А, сбоку зашел. Не видел. Понятно. Куча дыма какого-то непонятного накидана. Граната пошла! Грамотные, грамотные раскидки. Просто граната! Киберспортивные раскидки, ребят. Киберспортивные раскидки здесь произошли. Вот. Имбовые вот эти вот, ребят, дробовики меня всегда поражали и поражают. У меня тоже есть как бы... имбовый дробовик, да? Это трындец. Имбо-дробовики. Это, конечно, отдельный разговор вообще вот эти вот. Хотя да, когда-то они не гнули дробовики, и многие просили, сделайте имбо-дробовики, чтобы они там на ближних дистанциях всех ваншотили. Ну вот, сделали разработчики. Нормально. Вот, сделали разработчики. Вот теперь чуваки бегают, всех ваншотят с дробовика. Граната! Это нормально. И теперь норма, ребят. Как бы сказала Малышева, это норма. Какая-то у него броня, стреляешь по нему, у него какая-то там броня непонятная. Нравится мне эта игра, ребят. Какие-то брони. Непонятные. Просто ваншот. Просто на такой дистанции, ребят, ваншот. С учетом того, что я еще под шприцом был, ребят, это вообще имба. Имба. А что вы туда все стрелять? Там нет никого. Господи, настреливает он туда. Да, господи, знаете, что меня еще бесит в этой игре? Вот реально бесит. Вы упираетесь в модельки других игроков. Вот вы не можете двигаться. Вот смотрите, видите, то есть я бегу, видите, все, я уперся. Все, я пройти не могу. Все, то есть блок. Вот этот блок им надо делать меньше. Меньше делать блок. Слишком сильно блочится персонаж. Слишком сильно. Мы еще как-то умудряемся выиграть. Сейчас опять под дробовик выйду, и я сдохну, да? За это я держу дистанцию, ребят. Чтобы эти имба... не идти просто, не сдыхать, чтобы имба дробовики эти меня тут не это. Прострел с нашей стороны, нет?
Чем меня убили? Да просто в голову, фул хп сразу, за секунду. Просто умер, ребят. Просто умер, это норма. Это норма. Надо эту аватарку смалшивать, это норма. Живой? А чувак не живой. Чуваку не повезло. Гранат прокидывает свои любимые. Давай, давай, давай. Выкидывайте все, что у вас есть. Вчера что-то вечером зашел, поиграл немножко в эту игру. Скачал, когда поиграл. Что-то мне тут одни нубики попадались. Такие. Вот. А сегодня что-то нет. Что-то какие-то не нубики уже. Какие-то топовые, топовые про игроки. Может, конечно, попробовать прорваться, но... Блин, очки не хочу сливать команде. Сейчас слив очков будет. Ну, то есть, если я сдохну, да, у меня будет слив очков. Так, чувак туда убежал. Да, вот, стоит. 12-15. Хреновый этот результат мне не понравился. Ну что ж, давайте в очередной раз уничтожим отряд врага, ребят. Еще одну карточку в командном бою сыграем. Еще одну каточку. Первый фраг я уже сделал. Пропаганду США, ребят, замочил. Прикиньте. Уж это пропаганда. Уж это пропаганда. Ох, блин, вышел слишком зря, зря. Зря, не надо было так рисковать. Надо было постоять просто со спины. В дым, нормально. Нормально, в дым. В дым это я люблю. В дым это хорошо. Сейчас туда гранат, туда прилетят. Да. Эх. Отходим, отходим, отходим. Дистанцию берем. Чтобы дробовики нас не подшнули. Ждем. Дождались. Эх, прям вышел в зажим. В зажим вышел прям. Ну, молодец. Зажимать он умеет. Давайте вам туда подарки от дяди Сэма. Эх. Ну, QBZ, что здесь делаешь? Донатная, донатный ствол. Да, донат здесь решает, ребят. Я без доната. У меня денег нет, я бедный. Осторожно, граната! Я бедный, у меня денег нету. Пошел в жопу. Со спины. По карте увидел его. Ждем, ребят, ждем все патча. Когда сделают шаги, потому что без шагов вообще играть это жопа, конечно. Чисто все на реакцию. Все чисто, ребят, на реакцию. Это вообще жопа. Немножко смотрим на карту, смотрим за ситуацией. Где наши, где не наши. Вчера, когда разминочную делал, ну как разминочную делал, просто немножко поиграл, когда скачал. Чувака прям в полете, он прыгает, и я его прям в полете хедшот вешаю. Вот это было красиво.
Я даже сам на самом деле не понял, как я это сделал, но... Как-то я это сделал. Не лезем вперед, не хочу ничего, не пушить, ничего там, в жопу. Просто идти очки сливать, команды. Я не хочу, ребят. Я аккуратненько буду играть. Да. Вот именно меня. Вот именно меня выцеливал, да. Хоть кого-то, да, как говорится, хоть кого-то надо выцелить. Давайте туда прокинем на базу. Осторожно, граната! Вот покоцали. Так, там, по-моему, кто-то идет, нет? Или мне кажется, или кто-то идет. Нет, никого не забрал. Просто прострелом, префайрами сразу хреначу. Да. Ваншоты, ребят, ваншоты. Люблю ваншоты. В кавычках, конечно же. Я на самом деле не любитель ваншотов. Не, когда ты играешь в однопользовательскую какую-то игру, ладно, ваншоты это норм. Но в онлайн-игре там какая-то супер-пупер пушка. Не особо я к этим ваншотам на самом деле отношусь. О, пожалуйста, видал, чувак? С дробовиком просто зажал и просто всех заваншотил. Вообще насрать. Подходим. Нашего увольнули. Берем. Да, берем, да. Ты против ваншотных дробовиков ничего не сделаешь. Вот дистанцию бери, хоть что бери. Только в рот здесь можно взять от ваншотных дробовиков, ребят. Они даже на дистанции, кстати, мочат неплохо эти ваншотные дробовики. Кто-то покинул игру, кто-то ливнул из каточки. Я удивляюсь тому, как люди в эту игру играют. Потому что у меня есть проблемы технического характера. То есть у меня игра подлагивает. Хотя, ну, ничего не подлагивал. Кто скажет, там, проблема у тебя в компе. Нет, ребят, у многих подлагивает. Вылетает черные экраны. Черные экраны. Там еще прочее. Короче, здесь лагов, багов в игре. Пинг скачет. Ужасно. То есть, ну, разработчики... Кидаю гранату. Не знаю. Они почему-то... Ну, они не то, что болт кладут, да, на игру, они... Они не болт кладут, они... Просто игра настолько древняя. Настолько древняя. Движок здесь настолько, видимо, древний, настолько кривой. Говорят, он там чуть ли не на костылях на каких-то собран. Ну, пожалуйста, на такой дистанции, это на самом деле большая очень дистанция, меня ваншотят. Как я считаю, я лично считаю, мое мнение, дробовики на такой дистанции ваншотить не должны. Слишком далеко. Здесь карты-то маленькие. То есть это слишком далеко, чтобы ваншотнуть. Там нет, да, никого? Зря прокидочку сделал. Вот. То есть слишком далеко. Ваншотят. Граната. И что я говорил про движок игры? Древний движок слишком. Слишком древний. Чтобы что-то здесь ковыряться. Ну что-то они там пытаются ковыряться. Что-то пытаются сделать. Не знаю, может когда-нибудь поменяют версию движка. Перенесут на другой движок. Мы будем наслаждаться более качественным продуктом. Просто это же как бы наш продукт, да? Хотя он изначально был разработан не нашей компанией. Вот, но типа это наш. А как чувак его там пропустил? Алло. Я смотрю, там наш чувак, он бегает. А как он через верх, что ли, где-то пошел? Читерюга, читерюга, ребят. Вот. То есть типа наш же продукт.
У нас все такие продукты, знаете, возьмите все российские онлайн-игры. Они все вот плюс-минус такие. Они все плюс-минус, ребят, такие. Ну, трындец, просто бегает, чувак ваншотит всех с этой. У меня тоже это Гарибальди есть, я тоже могу взять, побегать, пованшотить, но это трындец, ребят. Просто бегает, всех ваншотит, трындец. Наныли, блин, эти медики, надо ваншотили, чтобы они... Чтобы они ваншотили, чтобы дробовики наши ваншотили. Вот вам сделали ваншотки. Бегают, блин, всех ваншотят. Нет, надеялся, что кто-то выйдет, никто не выходит. Бывает, так стреляешь, знаешь, кто-то выходит, раз как раз на твой кукан попадает. Поздравляю, бойцы. Да. Миссия выполнена. Мне не понравилось. Пойдемте в последнюю каточку. Ну что, ребята, завершающая каточка. Кто-то спросит, а почему ты играешь все время на ангаре? А не знаю, это классика. Хотя я, по-моему, уже говорил. Это, знаете, такая некая классика, ребят. И охота поиграть на чем-то классическом. Вот, охота на чем-то классическом таком поиграть. Приятненько. То, что многим знакомо. Отходим. Граната! Граната! Граната пошла! Что-то как-то они кисло играют. Это кислая нам команда соперников попалась. Вообще не хотят появляться. Чё за броня у него там была? Алло. Алло, чё это у него там за броня такая? Видали, я что-то попал опять. Чё это за щитки такие? Опять дополнительная броня или что у него? Граната! Ага. Ага, нормально. Нормальненько, давайте. Граната! Граната пошла! Это свой. Бывает. Бывает, по своим начинаешь стрелять. Нормально. Нормально. Ну, чувак спиливает. Константин никого не смог убить, к сожалению. В своей великолепной снайперке. Воу, тихо. Давай помогу. Я уже забыл, как, кстати, залазить на букву. Кто ж на букву Е? Куда ты побежал? Бежит тут. Тут я, куда ты бежишь? Осторожно, граната! Ой, какой я кривой, ой, какой я кривой, ребят. ВХМ-то не подрублен, понимаете? ВХМ-то не подрублен, а у него читерские СТК, понимаете? У него донат, а я-то без доната, ребят, денег нет, понимаете, но я держусь. Нормально, честно, пацаны играют без читов. Без читов и без доната. Пошел в жопу. Кто скажет, наверное, возьми у него ствол. Там ствол же подобрать можно. Не хочу. Не хочу, ребят, подбирать стволы. Что-то там менять. О, нормально. Я просто увидел этот выстрел. Илюху замочили, блин. Сатана. А, ну ладно, нормально. Если Илюха сатана... Нет! Нет. Откуда? А, любитель контейнеров. Любитель сидит там. Граната пошла! Граната! На, нахрен.
На нахрен. Колобок. Колобок повесился, ребят. А, понял, крыса, понял. Крыс не люблю, крыс надо это истреблять, ребят. Это грызуны, они ничему хорошему не приводят. А, все, забрали. Я отвлекся. Не туда, я смотрел туда. Его забрали, что ли, или что? Да, его забрали, он слез. Осторожно, граната! Че опять, наверное, наверх полезет. Вероятно, может, здесь полезет со своими дружками. А может, нет. Вот я не понимаю, у меня ствол то спиливает всех, то вообще никого не убивает. Отойдем. Так, забрали, да, его? Сейчас в спину заберут меня. Ты меня любит частенько в спину брать. Пошел в жопу. Ой, минус сим. Какой-то сим, ребят. Сим. Сима, сима, сима. Ну, выйдите кто-нибудь. Блин. Было бы красиво. Кто-то вышел, на мою пульку нарвался. Выйдите. О, хорошо. Просто прострелы, ребят. Префайры, префайры. Давай. Патронов у меня до хрена. Так что, что ты переживаешь? О. О, хорош. Потом будут говорить, читер, читер. Читер. Играет читер. Да, читер. Там их прям толпа бегает. Снайпера, снайпера. Прикиньте, я снайпера перестреливаю на такой дистанции из штурмовки. Это имбище, ребят. Имбище. Срочно фиксить, ребят. Срочно фиксить. Осторожно, граната! Срочно фиксить. Давай, давай, давай. Толпой навались, ребята. Навались толпой. Давай, там еще один где-то был. Ты, блядь, извините, откуда? Там, я что-то не видел, там по карте у нас слив, что ли, произошел с этой стороны? Да нет, тут что-то бегают. А как он прошел? Через верха, что ли? Осторожно, граната! Осторожно, граната! Непонятно. Как-то он тут зашел. Да? Да е-мое. Граната неудачника. Знаете, что мне не нравится? С одной стороны, это правильно, с другой нет. Все гранаты летят с разной траекторией, с разной скоростью. Вот это мне не нравится, ребят. Что они все летят с разной траекторией, с разной скоростью. Че, кто? Блин, там головку видел. Ребят, видели головку? Я видел. Головку видел, но я не попал. У меня хоть кучность прокачана, кстати, плюс 20% ствола. Мод стоит на кучность. Но я все равно не попал. Хоть с кучностью, хоть без кучности. Выпадаю, и все. На нахрен. Зацеплю. Ну, вот этого молодого человека. Можно немножечко. Укольчик. Укольчик. Укольчик в попку. Сейчас снайпер выйдет, перестреляет. СТК сейчас выйдет. Смотрите. Все, что-то они подслились. Ох, как хорошо, минус 3, ребят. Это заслуживает лайка. Минус 4. С одной позиции. Это заслуживает лайка, ребят, да. Дожили. За командные бои лайки ставим.
Знаете, надо что-то такое, знаете, охота что-то такого простого. Кто скажет, что в рейтинге, да, опять же, не идешь. Я уже говорил про это. Ну, не хочу пока. Хочу вот немножко, знаете, так размяться, немножко вспомнить, клешнить, чтобы помнили. А то клешни-то уже забыли. Что нажимать, кнопки какие. Да и я нубло. О, господи, я задолбался, на препаратах сижу, просто уколы себе калю, просто раз за разом. Ой-ой-ой, чуть не умер, нет-нет-нет. Тихо-тихо-тихо. С карты работаем, смотрим на карту. Смотрим туда-сюда. Слушайте, меня прям это спасло. То, что... Ну, два этих у меня было, две инъекции. То есть два раза себя отхилил. О, две инъекции у меня было. Мне это, в принципе, спасло. На 26 к 11, ладно, нормально. Это стата 2. Хотя, ребят, я всегда играю, у меня стандартная стата. Единичка. Единичка. Вот, ну, бывают вот такие вот моменты. Это, заметьте, не с донатным стволом играю. Не с донатным. С обычным, за варбакс, его можно купить в магазине. Просто в магазин заходишь, покупаешь там этот ствол. Да. Попадание в голову 5. Стата 2.6. Лучшая в команде. 2.6, говорю, 2.3. Да, но это на самом деле редко такое у меня бывает. В основном один к нулю иду. Иду. Один к нулю. Ну, проиграли, кстати. Да. Ну, как бы, да. Сами видите все по статье. Ну, ребята просто играют, получают удовольствие. Ух ты, генерал. Генерал полк. Полка, наверное. Генерал полк. Почему ад не дописали? Генерал полка бы написали. Генерал полк. Ну, полк так полк. 6 тысяч дали. Молодцы. Покидаем, ребят. На этом все. Да. Вот так вот. Ой, куда я пошел? Что-то я хотел это посмотреть. У меня моды, короче, стоят. У меня стоит на урон, ну там стрельбы, да, снижен. Кучность плюс 25. Они даже у меня не фул прокачаны. И я поставил себе урон по торсу. Я думаю, в дальнейшем на нее вот это поставить, чтобы темп стрельбы прибавить, отдачу. Но при этом урон по голове снизится. А я бы не хотел, чтобы урон по голове снижался. Вот, может быть, я оставлю торс. В принципе, неплохо она вроде играется. Но это, опять же, это не донатная пушка, ребят. Еще раз говорю, ее можно зайти вот в магазин. Значит, магазин. Оружие, выбираем штурмовика и просто вниз крутим, и вот она. Вот этот ствол, он стоил, по-моему, 90 тысяч варбаксов. Варбаксов 90 тысяч. Кстати, коробки с ДП можно купить за варбакса. АК-47, который ни хрена никому не нужен, да? Имбел, кстати, можешь купить за 750 рублей. Да, по-моему, это 1500 кредитов, это же 750 рублей, правильно? Вот. Ну и все. Как бы, да. СТКшечку можно купить, коробку. Можешь крутануть. У меня есть 400 кредитов. 400. А навряд ли я с 400 кредитов, ребят, выбью. Да, винтовочку, потому что у ней шанс выпадения 1%. То есть, если так по логике, если считать математически, то мне она может упасть только с сотой коробки. То есть шанс, то что мне упадет только с сотой коробки. Не, подожди, а там что-то вот еще штурмовая винтовка СТК. 15% шанс. А штурмовая винтовка СТК, они чем-то отличаются? Вот там, которая 1%, и которая 15%, они чем-то отличаются? А, временная, все, понял. Временная, да, там время, часики нарисованы, значит, временная. Ну да, короче, 1%, то есть это со 100 коробок. 100 коробок, это 6 тысяч кредитов, короче. 100 коробок, одна коробка 60, значит, 6 тысяч кредитов, 6 тысяч кредитов, это 3 тысячи рубасиков. Да. В общем, за 3000 рубасиков может выпадет. И то это не имба, ребят, СТК. По-моему, она не имба. По-моему, сейчас что-то уже другое. QBZ, по-моему, вот это вот, да, имба. Ну, она тоже, кстати, 60 этих стоит. Не знаю. Ну, мне пока и так, ребят, неплохо. Как, в принципе, видите, неплохо раздавал. В принципе, более грамотно. Вот, я не профессионал, я просто игрок. Ну и с тобой уже в следующей серии, возможно, сходим в рейтинговый матч. Я в рейтинговый, знаете, что еще не особо хочу идти, ребят? Ну, они такие скучные, они такие долгие, типа так вот, вот, да. О, брелок, кстати, прямо в сердце.
Детали 300. Бесплатно активировать. А что нужно сделать? Сыграть 50 рейтинговых матчей. Ни хрена себе. Убить 250 врагов в рейтинговом матче. Ни хрена себе. Нанести 600 тысяч урона в рейтинговых матчах. Ни хрена себе. Клинок дуэлянта. Какая-то размазня. Расплавленный воск. Нормально. Символ чести. И 300 деталей дадут. Да. А за брелок что? То же самое. Убить двух врагов подряд 45 раз в рейтинговых матчах. Нормальное задание здесь, конечно, да, попотеть надо. Ну, за брелок, ребят, за брелок, понимаете. Ну, давайте активируем их. Может, сходим, да, в рейтинговые матчи. Все, увидимся с тобой уже в следующей серии, что-то я затягиваю. Всем до встречи, всем пока.